Морни, Локленд, Крэг. Это условие короля. Уведите вашу армию с поля битвы. И вы каждый получите поместье в Йоркшире. А также наследуемые титулы, за которые вы будете... За которые вы будете ежегодно платить... У меня есть предложение. Чел там. Это Уильям Уоллес. Вы будете ежегодно платить королю... Я сказал, у меня предложение. Ты не уважаешь флаг перемирия? От его короля? Ни капельки. Вот условия Шотландии. Опустите флаги и возвращайтесь в Англию, заходя в каждый дом и прося прощения за 100 лет грабежей, изнасилований и убийств. Сделайте так, и ваши солдаты будут жить. Не сделаете, погибнете все здесь. Вас же очень мало. У вас нет тяжелой кавалерии. За 2 столетия ни одна армия не победила. Я не закончил. До того, как мы вас отпустим, ваш командующий пересечет это поле, встанет перед нашей армией, просунет голову между ног и поцелует свой зад. Он не привык к такому холодному приему. Будьте готовы сделать так.